Всем привет! Первая санитарная зона. Въезд запрещен, а значит, мы с вами на Рыбацком. С утреца. Где также цветут бананы. Смотрите, какой маленький цветочек. Его можно сблизи рассмотреть. Он прям как будто бы специально для нас. Там еще один есть. Ну, а сейчас маленькая прогулочка по Рыбацкому, а потом, не поверите, будет утренний обзор. Утренний обзор этот вы, конечно же, уже увидели. А вот ролик выложу несколько попозже. В порядке очередности. Тишина на Рыбацком, ребят. Тишина. Людей никого. Я просмотрел, как красиво вот эта вот листва краснела. Теперь она вся попадала. Оголяются узоры. Вот обратите внимание, там на стене. Недельки, наверное, две назад, три надо было не по Дубаям кататься, а вот снимать. В этой части все так же пипикает. Это пожарная сигнализация уже год пипикает точно, на моей памяти. Судя по всему, она здесь одна. Сами видите, ни души, вообще никого. Ни Зои, ни Гора, никого нету, никто. Не угостит нас шаурмой вкусной и сладостями восточными. Точнее, угостят, но это уже ближе к лету. Всякие сады вот эти вот. Очень красиво. Раскраска уже разная, не только зеленая. Желтая. Смотрите, как они свисают, прям вообще прикольно. Даже можно немножечко потрогать рукой. Видите? Ну, очень красиво. Пункт проката не работает. Кафе-бар «Чайка» тоже что-то дремлет. На набережной вместо людей теперь машины. И пиво тут не купишь теперь. То вечно со скидкой было. Теперь ничегошеньки. Не, время уже 9 час, я вам скажу, уже ближе к 9. Так что, где народ, я не знаю. Может быть, в летний период здесь просто меньше народа живет. В основном-то все квартиры куда-нибудь разъехались, наверное. Вот пальмочки. В летний период здесь будут работать торговые точечки, предлагать вам всякие сладости, рыбку, шашлыки, машлыки, все будет. Но летом сейчас все заколочено, как видите, вот этим металлом. И глаз не очень радует, скажу вам так. Но вывеска, что сдается комната, все равно имеется в наличии. Сейчас предлагаю вам зайти в кафе «Балтика». Сейчас доступ до свободного. В принципе, он и летом-то свободный. Но летом с другой целью. А сейчас вот можно просто посидеть. Точнее, просто постоять. «Черный кот». По нашим традициям, если черный кот прибежит дорогу, это не очень хорошо. А по-немецким, насколько знаю, очень даже хорошо. Итак, кафе «Балтика» с видом на море. Море перламутровое, тихое, спокойное. Но про море вы узнаете потом. Когда я начну снимать дневной обзор. Кот смотрит на меня с удивлением, думает, что за идиот. Все уже разъехались, что ты тут лазишь? Ну, а я пойду чуть-чуть дальше. Это для всех тех, кто спрашивает, где приобрести рыбку. Вот здесь вот лодочная станция, так сказать.
Хотя нет, наверное, не лодочная станция. Лодочная станция — это нечто другое. Здесь, в общем, учитывая то, что у нас микрорайончик здесь называется рыбацким поселком, значит, здесь где-то должны быть рыбаки. Так вот, рыбаки здесь действительно есть. И они вот здесь вот и обитают. Вот там за забором видно баркас. Сейчас они пока еще спят. Рыбаки тоже должны отдыхать. Но потом, когда проснутся, они обязательно отправятся за рыбкой. Рыбка сейчас, как видите, пошла. Не знаю, видели вы ролик, наверняка уже видели ролик про рыбаков. Так что здесь можно ее приобрести. Вопрос, когда будет приходить судно, ориентировочное время его прибытия, я вам сейчас не скажу. Сам не знаю. Ну а там уже пляж Касабланка, и там даже двух человек вижу. Вот такой вот рыбацкий поселок в ноябре месяце. Всем доброе утро. Всем пока. Но это не утренний обзор. Утренний обзор только сейчас начнется. Что-то я закончил ролик, а обратно к машине все равно надо идти. Поэтому еще раз покажу вам. Уже практически облешу эту стеночку. Зимой была такая... Ой, летом была, не зимой. Такая красивая, яркая. Вот эти уютненькие закуточки. А листвы, смотрите, сколько. Все только с той стенки, видимо. Больше тут растительности такой ярко выраженной нету. Тишина и спокойствие. То ли рыбаки все ушли в море, так как море сегодня тихое и спокойное, то ли забили и спят. Может, сегодня какой-нибудь праздник, день рыбака. И они решили выспаться. Таша. Ха-ха. Какая-то модная, современная. А раньше все из прутиков, да из прутиков были. Это я про метлу. Вот такой вот рыбацкий. Кому-то нравится, кому-то нет. Это как пляж Фламинго, знаете, кому-то нравится очень. Все равно не бросит его, потому что он хороший. А кому-то не очень нравится. Совершенно не нравится. Так и здесь. Ну, здесь хорошая такая своя обстановочка такая. Лично мне нравится вот эта обстановка, какое-то другое что-то. Ну вот, видите, здесь были тоже лодочные гаражи, которые снесли волевым решением, я не знаю кто. Видимо, были какие-то проблемы с документами, наверное. Видны признаки жизни, канализация здесь когда-то тоже была. И вода, и все, и люди жили. Я не знаю, наверняка не стоило этого делать, коль уж дали достроить до 4-го этого этажа. Но что сделано, то сделано. Ладно, на этом всем доброе утро, всем пока. Привет с рыбацкого. Обои темненькие были. Всем пока.